Доброго дня, як завжди, бажаємо і ми всім своїм телеглядачам. Друзі, я хотів би зараз, ще перед тим, як представити гостю, яка вже сидить у нас в студії, хотів би нагадати про те, що в нас є невеличкий конкурс. Конкурс щодо того, щодо імені нашого жителя, співведучого, як деякі говорять. Особисто в мене пропозиція назвати його Морзік. Але якщо у вас є пропозиція інша, то телефонуйте або підтримуйте ім'я Морзік, або своє називайте. Ми раді абсолютно будь-яким пропозиціям і автору найкращого імені, а також того імені, яке все ж таки отримає наш кіт, ми подаруємо подарунок. Який саме, дізнаєтеся. А зараз я хотів би представити нашу гостю Дарину Тамар'янську, стиліста, з якою ми сьогодні будемо і спілкуватися впродовж наступних 15 хвилин. Отож, друзі, як ми вже анонсували, сьогодні ми будемо говорити про вади фігур, про типи фігур, їх вади, а також як ці вади виправити, щоб виглядати завжди дуже гарною, дуже яскравою і модною. Отож, вітаємо тебе, Дарино. Привіт. Переходимо на русский язык і хочемо знати для начала, які є типи фігур взагалі. Ну, начнем с того, что у каждой девушки, у каждой женщины, девочки даже есть какие-то достатки и недостатки. И как всегда, и... обо мне ни слова. У мальчиках. У мужчин так же самое есть, типы фигур, но поговорим это как-то. Но мужчины об этом задумываются намного реже, чем девушки. Это вы так думаете, а мы об этом вообще думаем ежедневно, комплексуем по этому поводу. Ведь, знаешь, и по этому поводу есть даже юмор, что стоит девушка возле зеркала, смотрит и говорит: боже, тут надо убрать, тут прибавить, тут убрать, тут добавить. И только лысый мужчинка, маленький, такой толстенький, всегда прекрасен. Это правда. Ну так давайте все-таки поговорим, отвлеклись на несколько секунд. Есть основных 5 типов женских фигур. Это песочные часы, не знаю, как показать, вот. Песочные часы, они являются как идеалом фигуры, потому что как бы вверху у нас... Ага, это типа как бутылка иногда говорят, либо там как гитара. Гитара, скажем так, потому что, ну, все знают, 90-60-90 это у нас модельная внешность. Вот, потом идет у нас... Инка, так ты именно модельно. А мы сейчас просмотрим, какие есть типы фигуры, Даша скажет, какая у нас. Давай. Три перевернутый треугольник. Это уже как идет не очень такой удачный пример. Это такая да. Массивная девушка. Овал. То есть это с животиком у нас. Это типа жаль. Бочечка такая. Да. Ну, не будем так называть, потому что прямоугольник. Я всегда прямоугольником называла Верка Сердючка. Тоже. Треугольник. Вернемся мы к самому. Мне интересно, какой треугольник хуже? Так перевернутый или наоборот? Вот. Вернемся к первому. Здесь корректировать мы можем только нижнюю часть, то есть бедра и плечи. Но так как у нас есть выраженная четко талия, этого можем не делать, так как она является... То есть этот тип фигуры является идеальным. Да, вот. То есть женщины с таким типом фигуры, даже если полненькие, они будут выглядеть роскошно. Даже одеть то же самое романтическое платье, но... подчеркнуть талию, к примеру, поясочком, это уже будет выглядеть идеально. У меня, кстати, есть знакомая... То есть талию, а не место, где была талия. И у нее довольно-таки массивный верх, массивный низ. Девушка довольно неполная, но у нее настолько была выражена тоненькая талия, что любое платье, которое она одевала, она выглядела роскошно. И все парни на советской падали штабелями, когда ее видели. Выделить талию мы можем с помощью либо ремня, либо поясочка тоненького, либо же кроя от платья или от блузки, то есть то, что вы наденете. Возможно, даже это будут высокие брюки с, ну, то есть завышенной талией. Дальше у нас идет перевернутый треугольник. Это тип фигуры такой, что плечи у нас расширенные, бедра у нас узкие, скажем так. Животик иногда у нас скрывается из-за того, что вот как бы, ну, треугольником у нас идет. Но тоже можем выделить линию талии, скрыть плечи, одев блузку, но, к примеру, или платье, но это не должно быть рюши, то есть не объемное такое вот что-то. И, соответственно, одеваем либо широкие клешем брюки. То есть, чтобы деловые. Сделать симметрично, да, но выравниваем. Да, выравниваем визуально, как бы, скажем так, чтобы уже было ближе к песочным часам. Или же юбку, только не в обтяжку, соответственно, то есть какой-то клёш. А вот если есть любительница юбки-карандаш, она же довольно-таки обтягивающая, как представительницам такого типа фигуры
одевать юбку, карандаш, возможно, можно какие-то детали добавлять. Это знаешь, как сказать, одевать-то можно, но как это будет выглядеть? Ну вот, хотелось бы выглядеть красиво. К примеру, да, у нас есть крупный горох. Если юбка с горохом, к примеру, будет, это уже более такой романтичный будет стиль. Вот. Ну, все равно, юбка горохом. Горох у нас визуально прибавит какие-то объем, скажем так, сделает. И визуально, понятное дело, тут и тут уже у нас будет какое-то равенство в фигуре идти. А если играть как-то еще с цветами, можно надевать что-то однотонное, неяркое наверх, к примеру, и что-то яркое довольно на низ? Да, можно. А, к примеру, можем взять деловой стиль, черный пиджак, белая юбка, то есть поменять местами. Кому еще, ловите котик. Да. Вот, то есть черный пиджак, у нас на черный цвет он визуально делает меньше, а как бы а белый он, соответственно, делает больше. Переходим к следующему типу фигур. Да, следующий тип. Мне так смешно наблюдать за этими геометрическими фигурами. Это у нас овал. А, овал присутствует у женщин, у которых есть бока, скажем так, лишние в животе. Которые очень любят обтягивающие лосины. Ну, это вот группа, не будем так называть этих женщин. Просто, соответственно, надо как-то уметь сочетать лосины даже с овалом. То есть можно одевать лосины, конечно, но нужно правильно подобрать. Конечно. То же самое, да, вот, к примеру, лосины. Мы, понятное дело, берем темного цвета, то есть серые или черные. Под них одеваем тунику, которая закрывает, то есть она идет вот так вот. Угу. Как бы. Визуально делаем поясочком себе линию талии, но в такой фигуре как бы иногда линию талии очень тяжело найти. Почему? Соответственно, мы знаем, почему лишние у нас бока бывают. Девочки, я прям сегодня присутствую, как вроде не на своем разговоре, мы с Мурзиком чуть-чуть вообще не в теме. Ничего-ничего, ты тоже послушай, мы в будущем еще станем стилистом телеканала Николая. Кстати, да, конкурс объявлен, поэтому, может, я пойду. Вот. В дальнейшем, получается, мы находим самую тонкую линию, то есть она может быть и под грудью, или же по где-то вот... То есть если небольшой животик есть, его скрыть можно, сделав талию так, да, более завышенную. Да. Я думаю, иногда... все мужчины сейчас возле телеэкрана тоже, как и я, с этого немножко улыбаются. Мне нравится поиски талии. Чем заняты наши девушки? Ищем талию. Ничего, мы про мужчин тоже потом поговорим. Так, мы продолжим, даже не отвлекаемся. Либо же на уровне пупка у нас бывают тоже талии. Как бы и выделяем ее, либо кроем, либо же поясочком. Но если мы уже говорим про лосины, то, соответственно, мы одеваем тунику и сверху под цвет либо лосин, либо туники подбираем пояс. Но в такой ситуации пояс может быть и тоненьким, но не самым тоненьким, а таким немножко шероватым, чтобы как бы и, соответственно, и сделать талию, и где-то сделать незаметным то, что он как бы этот поясочек есть. Вот. Иногда у женщин есть, скажем так, достаток в этой фигуре, это пышная грудь. Мы можем ее визуально, скажем так, красиво подчеркнуть, mm-hmm. это вырезом, то есть либо вырез будет овальным у нас идти, либо треугольничком. То есть, я думаю, не стоит путать подчеркнуть и очень сильно выделить. Да, то есть подчеркнуть это где-то визуально как-то... Сделать небольшой акцент. Да, вот так вот. И, mm-hmm. соответственно, как бы одеть аксессуар, потому что он уже будет идти как-то, ну... еще ярче будет придавать сюда каких-то объемов, то есть не таких, угу. как тут, а таких меру, скажем так. Я предлагаю немножко да, прерваться. Немножко прерваться, наш Мурзик тоже уже об этом кричит. Как звезды планируют исправлять недостатки своей фигуры, как они с этим справляются? Небольшой сюжет. Поэтому давайте посмотрим. Що ідеальним вважалось колись, не ідеально тепер. Час тече, а смаки людей змінюються. Знайдені глиняні горщики епохи первісного ладу донесли до нас образи тих далеких часів, коли чоловіки віддавали перевагу жінкам в тілі, апетитним. Через сторіччя ідеалом вважали високу даму з довгими і сильними ногами, але маленькими грудьми. Епоха Ренесансу принесла в суспільство нову тенденцію краси – пишні округлі жіночі форми.
У наш час жіноча статура залишається в моді на рівні з підкресленою стрункістю. Будь-яка з жінок нині оцінюється за своїми індивідуальними якостями. Тому кожна з нас може бути ідеалом, незважаючи на свій тип статури. Розрізняють декілька типів фігур. Перший – груша. Власниці такої фігури мають розширений в нижній частині тулуб, де й відкладається зайва повнота. Верхня частина навпаки вузька і не схильна до повноти. Другий тип – яблуко. Є один із найпоширеніших. Для нього характерні нечітко виражена талія, круглий живіт, ноги струнки. Якщо дама яблуко раптом вирішить повніти, то її ноги завжди будуть худими, а повніти буде живіт і область навколо нього, що створить деяку непропорційність. Тип статури фігури – прямокутник. Для неї характерні невеликий бюст, ноги трохи повненькі, талія практично відсутня. Плечі і стегна мають майже одну ширину. Всі частини тіла пропорційні, повнота проявляється в області стегон і живота. Наступний тип фігури – це трикутник. Трикутною статурою володіють спортсменки або ті, хто займається плаванням. Плечі широкі, спина добре розвинута, ноги і стегна стрункі. Тулуб нагадує букву «Т» або перевернутий трикутник. Зверху широкий, а до талії вузький. Повнота зазвичай проявляється в області грудей, спини і боків. Ноги залишаються незмінно стрункими. А ось фігура по типу пісочний годинник вважається ідеальною. Стегна і плечі майже однієї ширини, талія чітко виражена і вузька, груди великі і округлі, сідниці повні виражені. Як би не поправлялася жінка з фігурою X, її талія буде завжди вигідно підкреслювати округлі стегна і груди. Не варто впадати у вічі, якщо природа, на ваш погляд, вас обділила. Сучасних методів скоригувати в тип фігури достатньо. Вправи, харчування, заняття фітнесом і бодібілдингом. Масажі, різноманітні стилі одягу здатні підкреслити принади і приховати недоліки. Вибір за вами, милі дами. Нам з Мурзиком знову дають слово. До речі, ми визначили, що у Мурзика прямокутний тип талії і взагалі фігури. Так що, Мурзик, будемо зараз виправляти твою фігуру. Тож ми наразі продовжимо, розмову із Дариною Тамарянською. Нагадуємо фігури. Для тих, хто щойно долучився до нас, ми говоримо про типи фігури та те, як можна виправити недоліки деякі. Так. Четвертий тип фігури – це у нас прямоугольник. Наверно, тільки що слышали зрителі о том, що прямоугольник имеет широкий верх, талию и бедра. Будешь смеяться? Ну, параллельно одним. Нет, я не смеюсь. Но мы обратно плакать ищем хочется. Талию тут. То есть визуально мы ищем талию, чтобы уже сделать визуально же песочные часы. Можно так затянуть, что будут песочные часы? Можно. Вот. Тоже, так как мы слышали, обладательницы такой фигуры – это больше спортсменки. Вот. У них плоские животики, ножки стройные. Вот. Ну, тоже визуально. Но недостаток все-таки есть. Да, это у нас талия. Ну, они не созданы для того, чтобы в платьях ходить. Я могу сказать так, что в каждой фигуре должна присутствовать талия. Потому что талия – это все. И даже тех, у кого нет этой талии, тоже должна присутствовать. Найдем. Мы идем к вам. У вас нет талии, мы идем к вам. Вы их искать вместе. Мы можем талию подобрать как угодно. То ли на уровне пупочка, то ли на уровне под грудью, скажем так, одеть какое-то греческое платье. То ли же высокие брюки, чтобы сделать талию. То есть тут мы можем экспериментировать, как захочем с талией. Вот. А по поводу бедер и плеч, то здесь, соответственно, уже от того, что как мы сделаем талию. Если мы талию сделаем немножко ниже, мы одеваем пиджачок. Если выше, мы одеваем блузочку. То есть вот так вот. Переходим к следующему. Это у нас треугольник. Да, последний. Обладательницы такой фигуры имеют у нас широкие бедра. А визуально, соответственно, нам их надо немножко скрыть, а сверху сделать плечи. Да, то есть рюшики, делаем все наоборот. Теперь уже рюшики, да? Теперь надо теперь одевать... светлое мы наверх, а темное на низ. К примеру, в цветах так. А если мы будем брать вещи, то, соответственно, это, к примеру, у нас будет блузка с рукавами-фонариками. У нас визуально оно делает больше. Вот. Внизу мы делаем все
Ні, обтяжку. Тобто ми можемо одягти обтягуючі речі, якщо у нас звісно буде тут піджак, наприклад, зі стойкою, да, з плечами. А внизу, соответственно, можемо одеть клёш, можемо одеть уже прямые какие-то силуэты. Но линию талии мы тоже подчеркиваем. Опять ищем талию. А я хочу сказать единственное, что если у нас, например, девушки с идеальной фигурой, у них талия на одном месте, то у всех остальных фигур это не недостаток, а возможность для реализации новых идей. Вы можете талию сделать где только можете. Вот найди в себе велосипед. Да, да, вот просто я так смотрю на это все и думаю, у вас такое неограниченное пространство для творчества. Талию можно и под грудью, и на пупке. Где угодно, где прицепили, там и понесли. То есть главное подчеркнуть талию и исправить небольшой недостаток в плечах. В плечах? В данной фигуре это так. Скажи, какие винки? Какой винки талия? Какая винки фигура? Нужно ли у Ины искать талию? Да. У Ины искать талию мы будем немножко попозже. Визуально это... Я просто даже не вижу. Она просто визуально одета все правильно, так что сделаем ее идеально. Визуально она нет. Визуально она даже под идеальный подход. У нее есть линия талии, просто тут не видно она. Живот сразу втянула. Давай, родная, давай, все смотрят. Бедрышко, но ближе у нее даже... О, рюши. Что я говорила? Треугольник сейчас. Но в данный момент у нее песочные часы, потому что как-никак мы не можем сейчас... Как-никак, ведущая это у меня идеальная. Как-никак. Вот. Идеал мы можем заметить, или любую фигуру можем заметить в купальнике, либо в нижнем белье. Тогда мы уже можем говорить полностью о том, какой у человека тип фигуры. Что ж, в купальнике я перед телезрителями не буду вставать. А я где-то посмотрю. Мы благодарим Дашу за то, что она пришла к нам сегодня, рассказала про эти недостатки, а возможно, в чем-то это и достоинство женской фигуры. Напоминаю, что сегодня главное, у нас была Даша Тамарянская. Самое главное – это помнить и верить в то, что вы красивы, и напоминать об этом себе каждое утро. А мы вам напоминаем это всегда, потому что мы вас любим и всегда вас ждем у себя в прямом эфире.